Так, ребятки, всем привет! Сегодня с вами на канале я, Ростислав Дашин. И сегодня будем делать капканчик. Для этого капканчика нам понадобится вот такая вот резинка. Один кивочек, второй кивочек. И вот такой вот маленький кивочек еще. Итак, эти кивки забиваем вот так вот. Эту резинку. Вы можете взять из своего сапета там, ну, любую резину. Главное, чтобы она такая вот была. Так, вот так вот палочку намотаем. И кладем качина. Это так, подожди. Да. И вот, ребятки, фазан такой идет, клюет, клюет. Блин, камера. И, ребятки, скоро крепление себе куплю. И вот так вот фазан идет, клюет, клюет. Раз. Это начинает мотать, мотать. А тут на этой. Вот, сейчас привяжем канат. Так, ребятки, ну чё, вязаю эту веревку вот сюда вот. А эти два кивка уже тут. Вот. Вот, всё. Ну, вот так вот, ребятки. Такое у нас получилось. Выставил. Сейчас еще привяжу этот канат к этой палке. Ну вот сюда вот где-то, чтобы фазан не убежал. Так все, ребятки. Кому понравился мой капканчик, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Будем ждать фазанчика. Всем удачи. Всем пока.